Когда папа ехал ко мне, он говорил, что вырастешь, хорошо закончишь школу и будешь вот так вот машинку открывать, я тебе подарю, да? Руль такой будет хороший, кожаный, стрелочки красные, сиденья. Пахнет вкусно, ручки такой к орехам отделаны, будешь кататься, тёлки твои все будут. Проезжаешь, открываешь, все заходят, хорошая машина, когда папа подарит Infiniti.